14 октября Беларусь отмечает светлый праздник – День матери. Мы решили узнать у жителей столицы, какой подарок маме они считают самым лучшим. Мама, поздравляю тебя с Днем матери. Желаю тебе самого наилучшего. И чтобы у тебя было побольше терпения. Для мамы самый важный подарок – это чтобы были хорошие отношения с детьми, чтобы было взаимопонимание и любовь в семье. Должны любить, ценить. Самый главный человек в жизни. Я буду дарить маме красную розу, сережки и открытку. Цветы, конфеты, внимание, эмоции. Мои дети, мои внуки, мои правнуки – это мои подарки. Постоянно цветы приносим, накрываем стол, делаем сладкий. Лучший подарок для любой матери – это успехи детей. Что-нибудь еще и приготовить – вообще класс. Мне все приятно получить от детей. Любую мелочь. Но главное – любовь. Дорогая мама, поздравляю тебя с праздником. Желаю, чтобы у тебя все было хорошо по работе. Чтобы ты всегда оставалась такой же молодой и красивой. Ты у меня самая лучшая, и ты знаешь, что я тебя очень люблю. Желаю тебе всего самого лучшего, здоровья, любви и счастья.